Кто тут? Так, давай, мамзель, убирай телефон и кота снимай с себя. Ты чего уселся ты? Он сам на меня залез. Как это? Как попугай. Так, ватрушка. Двери закрывайте, а то кошки шныряют. Шныряют, Дем. Давай. Води. Давай две вот так. Раз, два. Вторую неси. Поля. Поль, ты зайди. Кота сними с себя. Дема тебе сейчас даст два спальника, возьми. Поль, он сейчас убежит, ты будешь его по чердаку ловить. Закрой дверь. Тебе хватит. Отходи сейчас, Дема, другие коробки принесет. Ну иди пока наверх, Маша. Эй, туда. Попугай. Попугай. Все, убежал тут. Ладно, сейчас разберемся. Давай бери коробку большую, пошли наверх. Это мне, это мне. Опа. Попробуем. Главное, чтобы ничего не упало. Так. Давай. Так и не ногой чуть-чуть ее. О. Пролезла. Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня». Меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. 23 февраля. Сегодня у меня есть отдельное небольшое поздравление. Его я еще выпустила вчера, но думаю, что надо записать продолжение этого видеоролика. Я зрителям уже 100 раз говорила, если ничего не снимать, значит, ничего не происходит. Сегодня, скажем так, немного происходит. Во-первых, конечно, сегодня праздник. Ну, вчера он был для вас. Всех с прошедшим, это первое. Второе, мы сегодня с Полёней едем в Ликино-Дулево к друзьям. Во-первых, там у одного из детей друзей был день рождения, и 23 февраля мы решили все это как бы в одну кучку собрать, встретиться, праздновать день рождения, поздравить мальчиков с праздником. Но поскольку я еду в Ликино-Дулево, еду я все равно мимо электростали, я не могу упустить такую возможность, что-нибудь не отвезти. Поэтому машину мы сегодня грузим вот прям под самый потолок, багажник уже битком, сзади уже там тоже занято. Везем коробки на отгрузку в электросталь, ну и, соответственно, с собой вещи. Самое тяжелое мы уже подняли, там осталось еще несколько коробок, Демьян пошел, ну и Поля побежала за ним, ему тоже помогать. А я все, собственно говоря, загрузила в машину, и вот пока они идут, что-то их не вижу. Думаю, надо начать для вас записывать видеоролик. Погода у нас отвратительная, на улице примерно плюс 3. Вот это все беленькое, то, что вы видите... Ой, идут. То, что вы видите, это снег, но он мокрый, тает, и на машине вниз никак не спуститься. Ну, выключай, брам-брам. В общем, снег проваливается, машина в снег проваливается. Наверх не подняться. Я один раз уже застрял, думал, придется трактор вызывать. Еле вылезла. Почти 40 минут мелким-мелким раскачками наверх ползла. Итак, Демыч, сегодня... У них сегодня праздник, и поэтому их домой отпустили, но сегодня уже поедет обратно. Там вообще тупо сделали. Ну да, сделали, конечно, неудобно. На один день всех по домам разогнали, на следующий день обратно. На этот же день обратно езжай. Ну, мы его сейчас подкинем до магазина, он просил, и, собственно говоря, поедем дальше. Все, давай снова. Спасибо, давай, праздник, давай, еще раз давай. Пока. Коробочку поставьте мне. Все, давай. Так, закрываем. Что нам нужно? Нам нужно сейчас заехать по Шеру. Да, в магазин. Там есть светофор, в принципе, наверное, светофор мы сейчас заедем, он прям на въезде. Мы как бы, как это объяснить-то? Ну, у Даньки был день рождения, и я всегда спрашиваю,
всегда спрашиваю либо у именинника, да, либо у виновника торжества, либо у его родителей, как бы, может быть, есть какие-то пожелания по подаркам. Ребята там собирают ему на батут, хотят батут купить, поэтому, ну, мы денежку подарим в общую копилку, так сказать, но поскольку все равно же у ребенка день рождения, мы не можем прийти с пустыми руками, надо что-нибудь такое небольшое подарить. Я сейчас посмотрю, там были неплохие наборы фломастеров, я Полюне покупала, двухсторонние такие толстые, если они есть, куплю ему большой набор фломастеров. Но если нет, то что-нибудь еще посмотрим. Новости последней свадьбы, если хотите. С 1 марта в пункте приема в Каледино и в Подольске приемка товара будет платная. Я просто знаю, что некоторые зрители мне в личку пишут, спрашивают много про Вальберис, тоже хотят, собственно говоря, попробовать этим заниматься. Так что те, кто будут сдавать в Подольске Каледино, цены там примерно от 2 до 15 рублей за единицу товара, за приемку. Небольшие какие-то такие товары, размером небольшие, примерно 4 рубля. То есть, если ты сдаешь 1000 единиц, ты должен будешь еще 4000 заплатить за то, что у тебя его приняли. Но это касается только Каледина и Подольска. Электросталь пока бесплатная. Будем надеяться, что так она и останется. Мне, конечно, в Каледино удобней, но, походу, придется кататься в электросталь. Но сегодня все равно по дороге. Сегодня прям хорошо. Нету. Фломастер говорит, давно нету. Купила вот такую машину. С ковриком. По собственному опыту. Знаю, что какие-то большие, знаете, в Светофоре продаются много таких. Много таких машинок. Ну, они такие цветные, такие вот огромные грузовики, там, или трактор. По собственному опыту знаю, что когда такие большие машинки кто-то дарит, то потом для родителей неудобно, они, блин, эти машинки по всем углам стоят, никуда их не уберешь. Выбрала маленькую машинку с ковриком. Ну, такая, типа, дорога, там, какие-то знаки дорожные. Ну, она, по крайней мере, маленькая. И родителям удобно, и ребенку играет. Так, все, теперь поехали, желательно без остановок, до электростали. Сейчас я тебя запихну. Все. Опа. Так, направо. В другую сторону. Давай, 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 давай. Веники. Ой, правда, веники для бани. 300 рублей. А я уже купила. Ой, а какие худенькие-то, господи. Что? Пахнет восхитительно, на самом деле. Восхитительно пахнет? На. Он соленый, Поль. Огурчик. Так, давай. На. Взяла, заехала на ТНК-трассе. Т-трасса она теперь называется, наверное. Не знаю, в общем, заправка. По дороге туда есть одна и по дороге обратно. Я ее недавно обнаружила, когда тоже ездила что-то там сдавать в электростан. Там вот такие вот вкусные штуки делают. Поле взяли просто хот-дог. Но он тоже такой открытый, но он там тоже с сосиской, с этим, с огурцами. А я себе беру такой вот с картошкой. Или с огурцами, еще сверху сухой лук. И всякие там приправки вкусные. Так, опа, заправились. Я, конечно, хочу сказать, что современные заправки, это такие, знаете, мини-торговые центры. Это что такое там? Там можно все купить. Так. Это игрушек, да, даже веников. Начинается. Данных. Представляете, там даже можно купить веники банные. Mm-hmm. Для бани. Веники для бани, все что хочешь. Да. Ну, такая заправка большая. Так, пристегивайся. Умничка, все, поехали дальше. Тихонечко поем. Поехали. И будем тихонечко ехать. Сразу тут не быстро. Так, свет. Музыка, погнали. Так, ну что, не успел я. Успел я доесть свой обед. Так, о, кто-то, видите, пропуск опять делает. Посмотрим, что у меня с пропуском.
Ну? В трех местах делала. Грязно что? Ребенком заварился. Просто долго думает. Так. Что у нас тут сегодня? Мне, в принципе, нравится в электросталь. Далековато, правда. Нравится, но здесь народу всегда меньше. Но что-то есть у меня подозрение, что с последними санкциями в связи с последними, ну не санкциями, а этим, введением вот этой платы за приемки в Калитино, народу здесь скоро будет больше, чем людей. Опа, опа. Что-то делали, а дороги так и нет. Так, ну нам вон туда, к красному табло, которое светится впереди. Как факел надежды. Эх, ничегошеньки вам не видать. Вон там, где написано очередь, 502 АВ, вторые сверху. Это мы и стоим, ждем, пока здесь появятся ворота, в какие нам ехать. Что-то там говорят. Коль, выключи. Не нам. Тут нам ходят, смотрят на наш номер. И... Вам на 136. На 136? Угу, спасибо. Ходит с какой-то электронной такой штукой. Номер смотрит, говорит, в какие ворота приезжает. Опять табло, что не работает. 136. О, я в Калинино на 136 всегда эти специи сдаю. Так, 136, вот они тут, закрыты. Ждем-с. Не успела камеру включить, быстро он прям сразу практически ворота открыл. Ну, коробки покидала. И все приняли, без проблем, господи. Какая красота. А хоть бы у нас где-нибудь в Ступино склад открыли, а? Как было бы хорошо. Все, еще у нас 48 километров, и мы в Ликино-Дулево. Ну, такой крючок небольшой делаешь. С заездом в электросталь. Ну, и куда вы все въехали? Поехали. Красотка кататься. Mm-hmm.